Ну что, вот такой вот крокодил под названием Ротаникус вездесущий. Мормышечка 0,5. Нана, джавайская. Приманочки донбайт. О! Каракан какой. Ух! Ну красивые они зимой, прям краски такие четкие. О. Так, ну что, всем доброго утра, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. С вами опять, оп, секундочку, с вами опять Сашок. Так, сегодня у нас 15.02.20 год, 7.56, 8 часов. Ну, светает чуть пораньше, лето не за горами, весна тем более. Так что, как всегда, на том же месте в тот же час. Всем лично здрасте. Значит, спиннинг Кайман, Троуд Эйдж, 1,98 м, 0,5 до 8 грамм он, по-моему, блин. Ой, память моя, девичья меня подведет точно когда-нибудь. Сейчас скажу более точно, извините. Каждую палку запомнить. Нет, 0,57, извиняюсь. Ну вот. Катушка Ягуар 1000 и флюорокарбоновая леска. Извините, ради бога, в прошлом видео обшибся маленечко. Что-то мне это монок прилипло к языку. Флюорокарбоновая леска 0,7 кг на разрыв. Ну, я катушечку в прошлом видео показывал. Ну что, порыбачим сегодня, посмотрим. Вот. В понедельник, ура, аж плюс 5 обещает у нас. Вся неделя плюсовая, с дождями. Как бы не весна к нам пришла так рано, честно. Но пока вот такая красотища. Вчера вот тот кусок был оттаивший, свежачок, лед такой тоненький. Но за ночь, ночью был морозец, где-то минус 3 прихватило маленько. Но вот это вот место свободно. Ну давайте погоняем, попробуем, что. Пока от флюорокарбоновой лески одни и только положительные эмоции. Ну еще немножко не определился. Уж извините, опыта у меня мало очень, но ловлю именно на леску. Так что, что, погнали, в общем. Так, ну что, братцы, рыбаки, еще один. Ну это уже хищник, так сказать, культурный. Хотя ротан, ротана половить тоже одно удовольствие. Ну, я говорю, у меня у нас проблемки с водоемом. О, вот такой боец. Пускаем. Да, подмораживает. Сейчас солнышко выйдет. Там солнышко восходит. Сейчас солнышко выйдет потеплее, я думаю, будет. Слушайте, холодно. Елки зеленые. Ручки-то дуду. Так, еще один боец. Ах ты, хвост откусил. Блин, засранец. О, красоту. А, блин, хвост мне отгрыз, гад. А, ладненько. О, красота какая. Вы гляньте, солнышко, а. Ну что может зимой радовать, как не солнышко, а? Изумля. Как он прекрасен в солнечном свете, да? О, красотунчик какой еще попался. Тихо. Вот такой боец. Ну мелкий, конечно. Здесь на что-то более рассчитывать на данный момент бесполезно. Глубины практически никакой. Так что будем довольствоваться тем, что есть. Но погодка сегодня будет замечательная, я так чувствую. Сейчас солнышко пригреет, будет еще лучше. Ну что, еще один боец. Пока Big Fish, не считая ротана. Ну, вот этого я прям почувствовал. Такой прям тыдыньк сделал. Четко было. В руку. Ударчик пришелся. О, красавец какой. Солнышко, кручусь тут, чтобы в камеру цвет не попал. Ой. Не, ну красота. Да, раненько пришел, конечно, ребят. Пришел бы попозже. Может, поэффективнее было. Ну, сейчас солнышко пригревает. Я думаю, клев будет поактивнее маленько. Посмотрим.
еще один боец. Мелкий, ужасный. Страшный хищник. Поставил кеглю маленькую вот такую. Вот такой крохотун. Ой, со стороны поклевки. Погода вообще идеальная для мормышинга. Ветра практически нет, солнышко вышло. Тепло, ребята, обалдеть. Но клев так себе. Вот тебе и здрасте. В прошлый раз мороз был, ветер сильный. Условия были не айс, вода мутная, с ручья гадость какая-то шла, с дороги видно. Был клев хороший, а сейчас приходится вымучивать, уговаривать. Так, ну что, кегля рулит. Сегодня прям, наверное, ее день будет. Вот такая маленькая. И такой нехилый боец зацепился. О, прошу любить и жаловать. Хороший окунь, крупный. Палочка справилась элементарно. Леска тоже флюрокарбоновая. Так что вот так. Отпускаем. Бульк. Все, ушел. Ну что, хочу сказать, сегодня кегли рулит. Еще раз показываю размер. Кегли очень маленький. Приманки донбайт. О, симпатюк какой. Опа, свободен. Погода шикардосная, ребят, вообще. Весна прям. Прям весна. Так, ну что, братцы рыбаки. С рыбалкой все. Рыба брать перестала. Вроде пригрела. Вроде как бы все очень хорошо по погоде. Но... Сейчас потратил еще в пустую ни одного тычка. Все сами видели. Чего хочу сказать. Что, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. Ждем Black Dragon и Eagle от мастера. Они уже высланы. Где-то к концу февраля, я так думаю, они придут. Ну, тут через недельку, наверное. Вот. По рыбалке, ну что, все замечательно, все хорошо. На удивление, сегодня выставил темно-синий цвет вот такой, с голубыми блесками. Был приятно удивлен. И это мини-кегля, вот это вот. Ну все, увидимся на рыбалке.